Сегодня день рождения Литуаль, и мы с девочками из Литуаль договорились отпраздновать в Рирум Сама! Все девочки, они закончат через 20 минут работу, и сразу все едут. Мадлен, привет! Привет, привет, красоточка моя, любимая! Почему Мадлен не с вами? Мадлен, почему ты не за мной? Мадлен, ответь, пожалуйста, почему ты не со мной? Наталья, Италия, привет! Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, шикарно выглядишь, спасибо, Светик. Ну, блондинки, да, такие. Давно мы не выходили в эфир, да, Мадлен? Девочки, пишите, что хотите узнать. Золотые косы. Мадлен, помнишь, мы этот костюм с тобой мерили в Заре? Я его нашла, я говорю, Мадлен, мерь. Мадлен померил, я увидела на Мадлен, я поняла, что все, я его беру, я даже не буду мерить. Шикардосно смотрится. Мадлен говорит, бери, бери, бери. Мадлен самая лучшая подруга на свете, которая всегда старается, чтобы ее подруга была лучше нее. Так, поищем. Я кроме кофе... Крепче кофе ничего не употребляю. К счастью своему. Темно, друзья мои, темно, уж простите. Задам вам вопрос. Как вы расслабляетесь? Кто как расслабляется? Пишите, пожалуйста, ответы. Уф. Зарядки хватит в Риверу. У Ники стоит аппарат.
где можно взять портативное зарядное устройство за 100 рублей на сутки. Как в Питере, у Ники. Заботу. Красный. Читаю ваши послания. Ответы. Костюм от Зары шикарный. Да, мне капучино декаф на миндальном, средний обжарен. Это понятно, два черных кофе, будьте добры. Спасибо, за бензин тогда я оплачу. Кэшбэк заплатит. Всегда выгодные предложения на приветмир.ру. Привычно, безналично. АО НСПК. Имеются ограничения. Подробнее на приветмир.ру. Возрастное ограничение 6+. Мы же друзья? Конечно! Мы всегда вместе! Эй, мы приехали! Хочешь смотреть свое персональное ТВ? Подключай онлайн-кинотеатр от Триколора за 999 рублей в год. Школа здесь нет. Желтый листок. Все в ладонной.
Райт и Армен Ван Хелсинг. Кино НТВ. Подробности на триколор.тв. 18+. Ну что, мои хорошие? Ну что, мои любимые? Вот и все, вот и кончилось теплое лето. Вот и все, расставаться всегда тяжело. Расставаться с памятью о чуде, зная, что ему уже не будет. И ты плачешь, и дождь за окном. И ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Встречаешь у двери. Первый раз равнодушно к улыбкам друзей. И среди подарков нет игрушек, и тебе никто сейчас не нужен. Это праздник закрытых дверей. Это праздник вчерашних детей. Не плачь, Алиса, праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, погасли звезды. И гляди в окно, взрослой жизни первый твой рассвет. Вот и все, кружит ветер опавшие листья. Вот и все, но иначе и быть не могло. Лето не всегда бывает теплым, оставляет холод снег на стеклах. И ты плачешь, а детство прошло. И ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой. Праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, погаси звезды. Стало все.
всерьез. Вот в чем вопрос, что за обман в этот раз? Ждешь, ты меня ждешь, память зовешь, ищешь любовь в адресах. Позвони, будь посмелей, слез моих ревней выручай. Ну что? Прощаюсь с вами. Боже мой, какие они мне, какие же шелковистые, прям балдеющие. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Ночь будет жаркой. Будем отрабатывать круассаны. Привет, 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 привет. Я сегодня в River Room Summer плясать и сбрасывать калории. Кто хочет со мной? Пожалуйста. Потанцуем? Кто любит потанцевать? На радио «Дача» удачный момент. Звоните 70-105-7. Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Сегодня я хочу поздравить... Сейчас я покайфую, пока с вами, пообщаюсь еще пару минуточек с вами. Авторадио. Первое автомобильное радио. Мы с вами уже все радиостанции, наверное, переслушали. Да, я рано приезжаю в ночной клуб, иначе я усну. Если я позже приеду, я буду спать дома. Вчера легла спать уже 8:30, не поверите. Надо было, конечно, мне в клуб приехать.
А мне мама говорит, зачем тебе плов, включай сериал, доченька, я же ребеночек для родителей своих. Не надо тебе в клуб. Поспи. Ну, говорю, хорошо, мама уговорила. Вчера в клуб, поэтому не поехала. Собираюсь каждую неделю. То подруга не может, то другая не может. Зачем от кого-то зависеть, друзья мои? Никогда ни от кого не зависьте. Особенно от подруг, от друзей. Сели, приехали сами, потанцевали, познакомитесь с девочками, с мальчиками. Или это подводочка? Никогда не бойтесь, я приезжаю в этот клуб, в River Room, сама как к себе домой. Здесь такая охрана, здесь заведение моих друзей, повторюсь, Илоночки Грантовны, Ники. Я как дома себя чувствую. Однажды я ждала подругу, мы договорились, ждала она долго, я уже 9 часов, мне так спать захотелось, я кресло заказала, кофе уже сплю, в Бензамине. Уже все сплю, засыпаю, пока она приедет. Подошел охранник и говорит, разбудил меня тихонечко. Алена, проснитесь, проснитесь, спать нельзя в нашем заведении. Хорошо. Приехала через 15 минут моя подруга. А так я вообще легко одна, спокойно. Только сильный человек может пойти куда-либо. Один. Только сильный человек. А слабый он всегда ждет кого-то. Ждет чего-то, кого-то. Ой, какие скулы все-таки офигительные у меня. Да все косметологи делают. Скулы. Не макияж, конечно, офигенно. Сама, конечно, куколка. Что не говори, куколка. Я очень сильная, очень сильная. Только сильный человек может посмеяться над собой. Упала. Больно упала. Отряхнула коленки, встала и побежала дальше. Вот это про меня. Поэтому приезжайте. 9 вечера только. Прыгайте в такси. Кто хочет отдохнуть и выпить спиртное, я не пью спиртное. Никогда. Поэтому мне комфортнее за рулем. В своей машинке послушать музычку, какую я хочу. Все каналы перещелкали мы вместе с вами. Спели мою любимую Алису. Даже музыка все закончилась. Время закончилось. BMW говорит, все, освобождайте, пожалуйста, машину. Ваше время достигло. А где мои ключики? Где мои ключики? Ключики, ключики. Куда я их бросила? Здесь специальные 3 кармашка. Для ключа BMW. Но я всегда умудряюсь положить куда-то в другое место. Допивай кофеечек. Я буду с твоей охраной, чтобы защищать тебя. Спасибо большое. Кабель на всякий случай возьму. Опять вы меня не отпускаете, опять вас много. Кабель возьму. Вдруг будет проблема с прототипным устройством. На всякий случай кабель возьмем, положим в сумочку. Места в ней много. А вы не спите. Приезжайте. Я вам буду всегда. Да. Да. Я вот. О!
ножки у меня загорелы. Без колготочек. Я. Господи, свет не тот. Ракурс не тот. С клуба ждем эфир из клуба. Конечно, проведем эфир легко. Хэллоуин все справляют.
здесь не пускаем.